Далеко не уехали. В Георгиевском районе полицейские задержали автоугонщиков. Молодые люди украли такси. Пытаясь скрыться от стражей правопорядка, они разбили машину. Как задержали горе-грабителей, расскажет Кира Рогожина. Еще вчера эта легковушка ездила по пятигорским улочкам в качестве такси. Сейчас вряд ли подлежит восстановлению. В груду искореженного металла ее превратили двое молодых людей, любителей покататься на халяву. Установлено, что двое молодых людей находились в качестве пассажиров в пятигорском такси. Применив насилие в отношении водителя, злоумышленники завладели транспортным средством и скрылись на нем с места происшествия. Не справившись с управлением, подозреваемые совершили дорожно-транспортное происшествие, после чего продолжили движение на поврежденном автомобиле. Был объявлен план перехват. Задержать горе-угонщиков удалось экипажу вневедомственной охраны Георгиевского района в нескольких десятках километров от Пятигорска. Заметив данный автомобиль, сообщив об этом дежурному ПЦО, начали преследование машины. В селе Краснокумском данный автомобиль был задержан нами. Молодые люди, подкинув чужие авто, оказались местными жителями. Как выяснилось позже, до этого у них уже были судимости. В содеянном раскаиваетесь? Полностью. Вину признаете? Да. В содеянном раскаиваетесь? Да. Правда, едва ли раскаяние поможет хозяину разбитого авто, да и от уголовной ответственности также не спасет. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения автомобиля с применением насилия. Задержанному может грозить до 7 лет лишения свободы. Кира Рогожина, Ставропольское телевидение.